да. Когда не записываю. Расскажите свои, в общем, впечатления об игре, да? Ну, сами видишь, игра была очень тяжелая, сразу пропустили. Вот. Хорошо, что в первом тайме забили два, проявили ребята характер. Вот. Ну, погодные условия очень тяжелые были. Жара – это первая игра при жаре. Плюс Могилев всегда отличался хорошей физподготовкой и игрой на контратаках. Ну, сложилось так, как сложилось. И как бы я благодарен ребятам, что в таких погодных условиях проявили характер. Обыграли. Показалось, что во втором тайме подсели. И, скажем так, пришлось и тут и Милевского надо было менять, Раджабова. То есть, как бы замены нас не усилили. Но будем работать над этим.